Крупную партию марихуаны изъяли наркополицейские у жителя Волгограда. Мужчина пояснил, что дурман-траву он собрал на одном из заброшенных полей Среднеахтубинского района. На крупного наркодельца оперативники вышли после задержания мелкого сбытчика марихуаны. Он пошел на сотрудничество со следствием и указал на своего поставщика. Им оказался житель Тракторозаводского района Волгограда. По результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия наблюдения была остановлена автомашина, принадлежащая, значит, гражданину, жителю Тракторозаводского района города Волгограда. В последующем был произведен досмотр данного транспортного средства, в ходе которого было изъято около 400 грамм наркотических средств марихуана. Как выяснилось, изъятые в автомашине свертки – это лишь часть партии наркотиков. Основной ее объем задержанный хранил в своем гараже. Всего было изъято более 2 килограммов дурман травы, что составляет 3000 наркодоз. А где вы ее взяли? Вырастил. Сам вырастил? Да, сам вырастил. За Волгой, за Красной Слободой нашел. Имена своих подельников, а также точки сбыта зелья мужчина сообщить отказался. Сейчас он арестован, ему грозит от 8 до 20 лет тюрьмы.